Нарядные мальчишки и девчонки, а также их родители с самого утра спешили в исламский комплекс. В минувшие выходные здесь состоялось торжественное закрытие учебного года в Кораническом центре Зейд бин Сабит. От имени Духовного управления мусульман Саратовской области, от себя лично, благодарим всех, кто связан с сегодняшним мероприятием, связан с тем, что наши дети ходят сюда для того, чтобы учиться. 6 дипломированных педагогов, около 200 учеников от года до 14 лет и множество смелых проектов. Вот что сейчас представляет из себя Коранический центр. А 3 года назад, когда все только начиналось, Коран изучали всего 5 ребят. Этот год для нас очень знаменательный, потому что мы запустили несколько новых проектов и начали обучать детей с года. Проект успешный, и со следующего года мы начнем обучать в нашем центре года рождения 16 и 15 года рождения. В ходе праздника самые старательные ученики были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Кроме того, выпускникам начальных групп Коранического центра вручили свидетельство юного чтеца. После официальной части ребят ждало шоу мыльных пузырей и подвижные игры с аниматорами. Мне понравился сам праздник, мне понравились фиксики, мне все понравилось, было все интересно. Особенно мне понравились сами аниматоры, мне все понравилось. Мне понравилось то, что нас всех награждали и аниматоры были хорошие. Впечатлило, все дети были в восторге, особенно от аниматоров. Думаю, что такие мероприятия стоит чаще всего проводить, поскольку не только учебные занятия, но и развлечения очень полезны для детей. Завершился праздник совместным фото на память. Впереди у ребят каникулы. Юлия Цветкова, Расим Заитов, Тимофей Печерский. Специально для Нур-ТВ.